Сегодня у нас стена, как всегда, немного отражает то, о чем мы говорим. И стену мы сегодня отдали женщинам, художникам. Слово «художница» я не люблю. И, кстати, оно вполне уже в широком употреблении, говорят «художница». Но все-таки, мне кажется, художник, я не знаю, инженер, доктор – это все какие-то определения, которые не хочется вводить в другую категорию. Это женщины, которые были ярким явлением второй и первой половины XX века. Это здесь Варвара Бубнова, Валентина Курхумал, Людмила Будяк работы. Недавно была выставка Мадины Бегуа, ее работа представлена. Батал Самсонович, а это из вашей коллекции, я знаю. Да, это вот коллекция. Но, честно говоря, я сейчас задумался о том, что ты сказала, что не хочется называть их художницами. Собственно, в этом и есть главный стереотип отношения к женщине и ее роли. Я совершенно точно помню, когда Марина Цветаева раздражалась, когда ее назвали поэтессой. Я поэт, говорила она. Но, тем не менее, очень многие женщины добивались того, чтобы их называли поэтессами. И мне кажется, очень важно, чтобы вот эти стереотипы о том, что если мы профессиональный уровень женщины возводим в мужском роде, то есть как бы их хваля, тем самым мы их унижаем, в принципе. Наверное, да. И сегодня мы как раз поговорим с женщинами, которые являются представителями мужской очень такой профессии, ну, стереотип такой в искусстве. Это театральные режиссеры. Мадина Аргун, режиссер Абхазского театра, Мария Романова, которая сегодня работает приглашенным режиссером в Русском театре. Мы поговорим с ними, насколько изменилась ситуация в современном мире и есть ли женские и мужские профессии. Да, мне было бы очень интересно с ними поговорить об этом. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. У нас сегодня интересная тема. Тема о личностном росте, реализации женщин в творчестве, в искусстве, в культуре. Вы знаете, мы предварительно долго думали, проводили свое какое-то исследование, в какой же все-таки из всех профессий женщин меньше всего. Художники есть, есть писатели, есть актрисы тем более, да, но все-таки театральных режиссеров женщин оказалось, на удивление, очень мало. Поэтому мы вас сегодня пригласили. И есть интересных еще несколько событий, которые являются, так скажем, фоном нашей сегодняшней встречи. Да? Это то, что вы готовитесь к премьере, и у вас, опять-таки, темы тоже очень разных, но женщинах. Mm-hmm. Да? И буквально на днях на Каннском фестивале Кира Коваленко представила работу, связанную с надежной цепью. Тоже тема женская, тема девушки, другой культуре, так скажем, да. И сегодня, вот как раз пока мы общаемся, открывается долгожданная выставка в Пушкинском музее. Mm-hmm. И она о выдающихся женщинах XX века, которые повлияли на искусство, изобразительное, скульптуру, моду и так далее. А называется она «Музы Монпарнаса». Представляете, какие интересные события. И все звезды сошлись, и я думаю, что совершенно не случайно, что мы сегодня с вами вот так вот встретились. Я тоже рад вас видеть. И вот, наверное, первый вопрос все-таки будет такой закономерный для всех. Вот вы женщина, вы режиссеры. Эльвира Анатольевна сказала, что очень мало режиссеров. Хотя я могу вспомнить, что в России была Галина Волчек, а в Абхазии была Нелли Эшба. И они добились и там, и та, и другая добились достаточно больших успехов. Но вот как вам, женщинам, работается в театре? Какие бывают трудности, сложности, помимо творческого процесса? Может быть, человеческие отношения? Может быть, вообще? Вот в какой период вы пришли в театр? Насколько вам было легко? Мария, может, с вас начнем? Вы работали... Я посмотрел ваше CV, и, может быть, сразу скажу, вы работали в очень во многих театрах. У меня такого
было ощущение, что вы мечетесь. Mm-hmm. То ли вы ищете свой театр, где вы можете полностью реализоваться, то ли вам хочется как-то больше оставить вокруг себя площадок, на которых вы бываете. На самом деле, нет, это мне удивительно, потому что никакого метания не было. Не то, что я работала во многих. Было несколько постановок в разных театрах, начиная с диплома. А потом вот я остановилась, приросла к театру Ленсовета. И там проработала 10 лет в штате. Это такой серьезный опыт. А, и вот в 2020 году я решила стать свободным художником, уйти из штата. Но это так совпало с приездом и с работой вот в Абхазии, здесь, в Росдраме. Вот. Про период, в который я пришла, ну, скажем так, в режиссуру, я не сразу стала, не сразу после выпуска, то есть был какой-то перерыв, ну, скажем так, по обстоятельствам как раз-таки, вот, если говорить про гендерность, ну, там, ты, есть дети, там, еще что-то, потом ты приходишь в 2009 году, как-то, скажем, мне повезло, был такой карт-бланш, была работа удачная, и после этого уже все, схватившись за хвост, ну, это же, особенно после перерыва, ты уходишь, а потом трудно как-то... То есть в каком году вы пришли в театр вот так вот? В 2009 вот я сделала «Галку-моталку», но это Наталья Ворожбит, это современная драматургия. И после этого сначала это было как-то так вышло, современная драматургия тоже вот в театре Ленсовета. «Я боюсь любви» — это была первая постановка на большой сцене в Государственном театре. Ну и потом пошли работы серьезные. Мария, вот вопрос нам интересно еще более, потому что вы все-таки жили, развивались, ну, в другой культуре, в другой стране. Да? Вы сталкивались с тем, что вот реализация женщин вот именно в том направлении, в котором вы работали, есть какие-то, так скажем, трудности, сложности? Потому что я очень часто от ваших театральных коллег, я имею в виду абстрактно вообще, слышу, что вот бывает хороший спектакль, да, выпустит, да, женщина-режиссер, да, они могут сказать, что вот хороший спектакль и талантливый, ну, женщина-режиссер, ну, что-то, с намеком, что что-то все-таки там, вот такая вот гендерная предвзятость, так скажем, в вашем цехе, она присутствует все равно. И поэтому мне интересно на ваш опыт. Вы знаете, вот я слукавила сначала, вы сказали, что я не ощущаю, а сейчас вот стала анализировать. Просто я этому, наверное, не придаю значения, делаю свое дело и делаю. Но по факту, да, наверное, да. Ну, с годами выработалось где-то к чему-то отношение, где-то какие-то свои ключи и подходы. Но даже вот... Кстати говоря, в 2018 году я выпустила работу, связанную как раз с этой темой, у Григория Михайловича в мастерской. Это «Жены гениев». По письмам и дневникам жен как раз там, Софьи Толстой, Анны Сниткиной, Достоевской. То есть те обратная сторона монеты, медали, гения, то, что... Ну, как бы. И вот... Да, не скажу, это важная была веха для меня, и важный спектакль, он хорошо идет, но, например, с точки зрения критики, это ничего не занял, потому что отчасти ну, тема узкая. К нему так отнеслись даже те же женщины. Так ну, женщины тоже консервативные. Ну, есть, да, даже так я вам скажу, специфика театральной критики даже больше, где много женщин, это они специфически относятся ко мне. Кстати, Мария, по поводу женской критики. Известный театральный критик, вот у Мадины хотела спросить, Инна Соловьева, я недавно пересматривала ее интервью, она сказала очень простую фразу, которую применительно к театру. Театр – это место, где можно обидеть каждого.
Вот, Мадина, как ты считаешь? Ну, очень мудро. Да, да, это так. Такое это место, так. В этом отношении, вот в этом звучании этой фразы, в принципе, я что-то наподобие этого тоже хотела, как бы, да, по поводу гендерного, как бы, отношения. Вы знаете, иногда мне удобно, это есть, но иногда в этом удобно существовать. Да, кстати. То есть удобно, когда тебя обижают или когда ты обижаешь? Не, ну обижают это как? Это же что-то мимо строк всегда. Да. То есть нету такого. Это же обида, она какая? Она иногда находит какие-то за уши притягивают законные какие-то формы. Да, но если ты можешь отстоять, ты это отстаиваешь. А вот это гендерное притеснение, скажем так, оно, ну, по крайней мере, по моему опыту, то, с чем я сталкиваюсь, это всегда подтекст, это между строчек всегда. Mm-hmm. Да, и иногда просто удобно пройти мимо, вот как, Мария, вы говорили, что вы не обращаете на это внимания. А иногда обращаешь внимание для того, чтобы, может быть, ту или иную ситуацию перенести вот на сценическое пространство. Угу. В каком-то спектакле про это сказать, может быть, в маленьком эпизоде, да? А вообще это удобно. Быть женщиной и режиссером, потому что, ну, как бы, взятки гладкие. Как бы, да, вот. А чем удобно, если взятки гладкие? А ты, ну, более свободна. Можно сказать, ну, женщина. Ты, это же просто какая-то вот мера ответственности, да? Не то, что, тебя и так не воспринимают, ну, и как бы, да. Но, вот как бы не парадоксально это звучало, это освобождает от многих каких-то комплексов профессионала. Да, кстати. Да? Есть же в этом какая-то логика, да? То есть и ты, в общем, постоянно косишь по дурачка, и это вот... То есть это женская хитрость. У меня такой вопрос к вам обеим. Вот раз уж мы... Хорошо, что вы смеетесь об этом говорить. Это говорит о том, что это не такая серьезная проблема. Все-таки вы творческие люди. Мы сейчас перейдем к вашему творчеству. Но у школы вы испытывали такую насмешку или какую-то иронию, связанную с тем, что вы женщина в этой профессии. Вы как мстите тем, кто вас слегка осмеивал, устной форме или через театральные постановки, вкладывая в своих героев какие-то вещи, которые могли бы пристыдить? Бывало у вас так, что вы вкладывали вот свое возмущение или обиду, я не хочу сказать, недовольство вот этой ролевых расстановок в своих спектаклях? Вот, как-нибудь вкладывали особенно? Ну вот, нет, я такого не припомню, чтобы в постановке я что-то вкладывала. Ну нет, значит, нет. А, наверное, нет. Ну, это иначе это говорило бы о том, что нечто задело бы меня слишком сильно, а, наверное, такого не было, мне везло. А если так, в работе там с артистами, в основном, ну, с мужчинами-артистами, конечно, есть какие-то нюансы, но вот хорошо сказала Мадина, действительно, я сейчас подумала о том, что, например, мужчина, он более, простите, но, наверное, раним, и в творческой профессии тоже. Ну, это лично я за себя так ощущаю. А ты, ну, тут тебе сказали или тут как-то покритиковали, но ты понимаешь, ну, ничего, что поделать, ну, так вот смотрят или... Ну, и замечательно, мы рады, что у вас не было особых с этим проблем. Тогда, может быть, перейдем к вашему творчеству. Скажите, вы в Ленсовете 10 лет играли, работали? Работала, да. Ну, сколько спектаклей вы поставили? Ну, если так посчитать, примерно я в сезон ставила спектакль, да. Ну, да, где-то около. И долго они потом жили, оставались в репертуаре? У каждого своя судьба. Есть там старички, да. Вот там как раз «Я боюсь любви» уже 11-й год будет, если он еще в этом году будет идти. Кто-то 7 лет, а какие-то прошли 2 года. Хотя были, то есть, например, «Казимир и Каролина», большая очень постановка. Мария, просто интересная статистика. Я заглянула, посмотрела рейтинг театральных режиссеров России по версии одного из авторитетных журналов.
Диденко, Серебренник, Бутусов, Додин, Богомолов, Крымов. Вы их всех любите, знаете, я понимаю, ни одной женщины. Это удивительно, да? Мадина, я вот тебя хотела спросить. У тебя одна из последних работ была «Альба» по Лорке. Ну да. Сейчас ты работаешь с «Арией», с спектаклем, готовишься к премьере. Есть какая-то вот все-таки... Это, конечно, это разные истории совершенно, да? Разные авторы, совершенно разный посыл, да? Но есть какая-то, я не знаю, такая предрасположенность к этому материалу, да? То, что ты выбираешь. Вот так почти подряд ты обращаешься к этому материалу, где центральные, главные, сложные фигуры, они являются женщинами. И женщины с нелегкой судьбой, да. Трагической судьбой. То есть по разным обстоятельствам. Ведь «Альба» был очень популярный спектакль. Потому что я знаю, что многие ходили для того, чтобы посмотреть как в зеркало. То есть это такая вот рефлексия у нас была на этот спектакль абсолютно адекватная, я скажу. Я, наверное, скажу, что та рефлексия зрительская, которую вот вы называете, наверное, она и во мне присутствовала. Да? Это, наверное, что-то подсознательное. Да? Вот выбор темы. Да, это... Я вот как-то, да, на предварительном как-то говорила, что я не умею выбирать материал, который априори, ты понимаешь, что он продаваемый, да, что он как бы вот, что сейчас вот обществу нужно, сейчас вот комедии говорят побольше, чтобы как-то, да. А что плохого в этом? Это не плохо и не хорошо, я этого не умею делать. И, наверное, опять же, возвращаясь к подсознательному, да, вот, извините, Батал Самсонович, вот сейчас вот, да, очень глубоко окунулась я последние несколько лет в произведение Алексея Ночича Гогуа. И я поняла буквально на днях. Какое? Слушайте, это самый женский писатель. Это какое Кстати, произведение? Кстати, ты Илану хотела когда-то поставить, тоже женское. Любое произведение. Очень выписаны, да, женские персонажи, женские судьбы выписаны на... Ну, если нет перевеса, то это идет наравне. То есть это судьбы людей, в которых есть и женщины, и мужчины, как бы, да. И вот для меня, не знаю, в последнее время самый женский писатель это, да, вот... Алексей Ночич Гогуа. Ну, может наверное, быть, вот как бы, может да, быть вот... не женский писатель, а человек, который хорошо может понять, что чувствует женщина, мужчина. Вот, а вы сейчас как раз таки говорите об этой гендерности. Не-не-не. А давайте поговорим на тему, а что такое женский писатель? Вы сейчас как бы, вы сейчас оттенок негативного даете, да, он не женский писатель. Нет. Когда? Да. У него образы, Мне да? кажется, это связано с тем, что если писатель или драматург пишет хорошо, и он имеет определенный комплект ценностей, видения мира, ощущения, то всем может показаться мужчинам, что это мужской спектакль, женщинам, что женский, потому что в этом... Ну, извините, но у нас вот с Марией, нам кажется, мне кажется, что мы не имеем права думать, что нам так кажется, да? Мы как бы стараемся знать, да? Исследовать хорошо, и проверять. Вот как бы, да? Хорошо. Вот такая. И, смотрите, скажем так, ладно, поправлю себя. Не женский писатель, а именно раскрывающий характер женщины. Характер не в плане, какая она это добрая или прямая. Это глубокий психологизм. Да, то есть портрет. Так, да, ладно, не вешайте мне сейчас. Портрет, ладно, как бы, да? И у меня вот тоже, как бы, да, вот, наверное, на уровне вот этого хочется. И, во-первых, во-вторых, у нас еще чем, наверное, это обусловлено, что меня интересуют темы женские. У нас в театре потрясающие артистки, актрисы. Актрисы. И хочется каждой из них вот дать, не знаю, подарить вот некую роль, которая, да, вот их занять физически, потому что театр, извините, уже 30 лет является Абхазский театр мужским театром. Почему? Что значит мужское? Потому что, наверное, выбор пьес в основном были классические, главные, да, пьесы. Очень мало, мы говорили о том, что очень мало классических авторов, которые бы, да, брали, если это не там
пьеса «Жанна д'Арк», там, да. Что еще можно, «Мамаша Кураж», там, да? Да? Да. Где женщина, в основном это «Гамлет», это «Отелло», ну, это... Ну и драматургии, в принципе, да. И меньше. Да. У вас женская солидарность есть все-таки Мадина, в театральном тогда... мире. Ну, она такая, да, мы ее как бы делаем вид, что это вот в рабочем каком состоянии. Можно такой простой вопрос? Вот Альба и ты, да? Вот мне интересно, Альба, это же, ну, если сейчас разбор спектакля мы не будем делать, как женщину удается преодолевать давление, предрассудки, воспитание, какие-то связи, которые ей навязаны с рождения? Так ты... она и не смогла преодолеть, вот, да? Вот нет, это. Нет, а ты она смогла, ярая защитник, а ты смогла преодолеть, вот у тебя были вот такие же проблемы в твоей жизни, что через этот спектакль ты хотела от них избавиться? Иногда ведь преодоление, это же связано как? Вот если ты осознал, что тебе мешает, да, и работаешь с этим через творчество, картины, ты можешь от этого освободиться. Помогла ли тебе Альба освободиться от каких-то своих проблем, связанных с воспитанием? Ты живешь в Абхазии, свои какие-то проблемы. Вот было ли что-нибудь, что тебе помогло? Почему ты выбрала Альбу? А не женитьба Бомарше, что касается, например, спектакля «Дом Бернарды Альбы», я не думаю, что я взрослела или меняла свою точку зрения, работая над этим спектаклем. Я для себя ответы уже знала. Это не была исследовательская работа. А что я оттуда взяла, это то, что таких Бернарда Альб не должно быть. Как бы, да, вот, то есть твой посыл вот был, таких да, не да, должно да. быть. Мария, да. Я хотела Все. Вас спросить. Да. Вот 100 лет назад в Абхазию приехала Наталья Будковская. Она была потом уже супругой Александра mm-hmm. Шервашидзе. Но мне немножко ваш приезд ее напоминает, потому что ровно 100 лет назад, да, и Сухум на какой-то период стал очень театральным городом. А по некоторым сведениям говорят, что Наталья Будковская была первая женщина-режиссер в России. У нее была премьера в Старинном театре. Ей помог поставить спектакль «Евреина». Кукольный был, по-моему. По-моему, кукольный был, да. И вот спустя 100 лет действительно это событие не утратило своей важности. Это была очень высокая культурная mm-hmm. такая точка развития. Потом они все эмигрировали в Европу, мы знаем. Вот скажите, пожалуйста, я посмотрела ваш предыдущий бэкграунд, спектакли ваши, да? Ваш приезд в Абхазию – это еще и резкий поворот в творчестве в сторону других авторов. Да. Yeah. «Лорка» и «Кровавая свадьба». И второй спектакль «Радость вопреки всему». И теперь «Даур Зантаря», «Энджи Ханум», «Обделенная счастьем». Сложнейший, вот, ну, на мой взгляд, материал, интересный, очень mm-hmm. сложный. У вас такой резкий поворот в сторону каких-то очень ярких, национальных каких-то образов, мне так кажется. Но... И что для вас приезд в Абхазию, конкретно в Руздрам? Огромный глоток жизненности и каких-то, ну да, чувств наполненных, полноты чувств. Но про Лорку вот мы говорили о том, что так совпадает, ты приезжаешь, ты ощущаешь, все равно же, ну, как это, сенситивность твоя, она mm-hmm. как-то взаимодействует. Ты понимаешь, что на этой земле определенный материал даст отклик. Это mm-hmm. даже не то, что расчет, это чувство, потому что тебя наполняет, ты общаешься с людьми, ты ощущаешь. Потом Лорка, я уже как-то говорила, он действительно по природе чувств очень совпадает, мне кажется, с жизнью в Абхазии. С людьми, да, которые здесь, именно по каким-то... По природе своей, да, по своей природе. И, кстати говоря, вот сейчас мы думали, вы говорили про гендерность или вот про авторов, ведь Лорка на самом деле очень тоже хорошо чувствовал и разбирался, ну, даже не скажу, это не психология, это более расчетливый, он понимал чувства женщины. Очень сильно, действительно. У него яркий женский образ. Многослойный был. Многослойный, и всю какую-то... А вот тогда у меня такой вопрос. А если бы вы, допустим, ставили бы «Кровавую свадьбу» Лорки где-нибудь в Хабаровске, и вот вы ставили в Абхазии? Как вы думаете? Не ставила бы в Хабаровске, где-нибудь, вот почему бы...
То есть, ну, вот, например, ну, мне Лорка мне давно нравился еще со студенчества. Но, например, в Петербурге ставить кровавую свадьбу, на мой взгляд, абсурд. Почему? Потому что придут люди и скажут: друзья, в чем проблема? Она, а по поводу к противоположному, что люди наоборот с интересом или нет? Или это все-таки код какой-то? Ну, который... я имею в виду, то есть сейчас, например, ездила кровавая, она прекрасно была принята. Но это потому что с той же природой чувств актерской но... это было передано. Нет. Это логика о том, что Лорку в России скажут, в чем проблема, у нас сейчас этого нет. Так и Островского тогда не надо. Те проблемы, нет, где женщины топятся, ну, в реке, потому что свекровью до канала. В Петербурге надо было бы вот так вот думать, ну, какую-то иметь хорошо, позицию. Хорошо, я почему задаю вопрос? Я очень хорошо помню кровавую свадьбу, которая была поставлена в Абхазском театре. Вот это очень странно, но мне было... Я был где-то в 3-4 классе, ну, сколько лет? 7-8, да? И потом видел. И я живо помню спектакль, в ролях Этери Когони играла главную роль, там моя сестра играла, вот Софа Гумасвета. Я что хочу сказать? Я тогда думал, что это абхазская драматургия, что Гарсия Лорка – это абхазец. Вообще, я так и думал. Я был очень удивлен через несколько лет, когда папа говорил: а он разве не абхазец был? Это был очень абхазский спектакль. И вспоминаю ваш спектакль. Они абсолютно разные, их невозможно сравнивать. Но у меня не было такого ощущения, что в этом спектакле, хотя он великолепный, сценография, свет, музыка, игра, то есть динамично, то есть все... У меня не было ощущения, что этот Лорка из Абхазии. У меня было все-таки ощущение... что это интересно, но это, но это не Испания, абхаз, не абхазская история. Но и не испанская. Ну да, а чья? Русская, может человеческая. Быть? Ну, вообще в театральном мире, как сказали на обсуждении критики здесь недавно, да, в лаборатории, давно договорились, по-моему, да, что литература к постановке может иметь разное, да, отношение. Да. Видимо, это режиссерство. Мадина, я тебя хотела спросить, а существует такая легенда, я не знаю, насколько она как бы основана на реальных событиях, но она очень симпатичная, когда Наталья Сац, которая, ну, вы знаете, основала кукольный театр, но в 1937 году она была в ссылке в Алма-Ате и ставит «Чио-Чио-Сан». И в то время на съемках был Ивана Грозного, там Эйзенштейн. И он своим коллегам, подтрунивая над женщиной, которая поставила оперу, сказал: «Ну что, пойдем посмотрим «Чего-Чио-Сан». Но когда он вышел оттуда, он хотел на следующий день уже прийти на «Чио-Чио-Сац». Настолько его потрясла. Было у вас вот в вашем творчестве такое, вот когда эта предвзятость, да, какая-то, да, она может обернуться после какого-то важного творческого этапа или работы в совершенно другую сторону? То есть разрушится вот это превзятость? Нет, я до сих пор не получила признания критиков, нет. Тех. Каких критиков? Местных, в смысле, да. Местных вот, критиков, бы, да? Коллег старше, скажем, ага, мужского пола. То есть нет, я тебе не получила. Не хватает? Нет, знаете как? Нет, не хватает. Мне никак, если честно. Но я не получила этого признания. В устной форме. Но под текстом, конечно, ну, не знаю, иногда, может, не хочется видеть, но я все же вижу. Потому что бывали какие-то обсуждения на заседаниях художественного совета моих работ, и тогда вот мужчины вставали и говорили такую фразу: «Ну, а чего там не хватает, это я тебе потом расскажу». А на что я провоцировала: «Расскажите мне сейчас, при всех», как бы, да? И это не было озвучено. То есть у них такие, знаете, на мой взгляд, вот вы, кто-то из вас правильно сказал, что мужчины больше болезненнее все это переносят, нежели женщины. Вот они умеют, да, вот пытаются как-то вот так вот, с какими-то, а, ну мы-то знаем, да, как бы. Нет, ну, я, например, чувствую безопаснее, когда я с восторгом отношусь к женщинам и не отношусь к ним с восторгом, потому что они женщины. Для меня режиссер, прежде всего, режиссер, постановщик.
Я, мне спектакль нравится или не нравится. Mm-hmm. Не, для меня не зависит, мужчина, женщина. Я многие видел твои спектакли. Да, ну просто Эльвира тут упомянула о том, что и мы сейчас мы не можем обо всем творчестве вашем говорить. За 20-30 лет вы очень много всего поставили. Тут и кукольный спектакль, инсценировки и т.д. и т.д. Но нам интересно все-таки, вот мне так кажется, скажите мне, что это нет. У школы женщина берется за исследование нежной, трепетной женской души, ее обделенности счастьем, несчастьем. Mm-hmm. Она что-то этим хочет сказать? Почему она берется за это? Вот вы, Энджи Ханум, обделенная счастьем, в названии обозначена достаточно трагическая история, непонятно, чем она закончится, там, произведение. И все-таки Альба и какие-то вещи, вот, тоже очень трагические отношения. Я лично сидел, смотрел, все это видел в образы, которые там были. Я видел очень многих своих знакомых, очень которые многие могли бы быть на этом месте. Просто это как бы Испания. Вот. И вот этот у меня был такой когнитивный диссонанс. Вроде бы про Абхазию, а почему имена не абхазские? Хотя там что-то было. Почему вы пытаетесь в творчестве женщину, обделенную счастьем, на первый план поставить? Что вы хотите сказать? Кому? Мужчинам, людям, женщинам? Вообще кому? Кому вы? На кого оно ориентировано? На что? Что вы хотите изменить? Я вообще не исследую женщину как обделенную счастьем. Мне это вообще не интересно. Мне, ну правда, мне кажется, что ну это какая-то у меня, наверное, так, другой ракурс. Это скорее природность и дикость женской души и, скажем так, ее нивелирование. Но это какие-то немножко на других, даже не социальных вещах. Мне это, по крайней мере, интересно. Есть я вот не понимаю, зачем ставить спектакль, если вы не хотите что-то сказать. Я не говорю об этом. В чем главный вот сейчас вот, ну, посыл да. Энджи Ханум «Обделенное счастье»? Там много линий. Да? Для абхазского зрителя ваш хотя бы. Ваш посыл какой? Это, ну, конечно, я беру, конечно, в первую очередь, это женская линия. То есть это не, ну, не политическая какая-то история. И, наверное, мой главный посыл – это дело не в женщине для меня, а в пути возрождения и очищения какого-то подлинного предназначения человеческого. Ну, данный материал, то есть через грехопадение. А вот у самой Энджи, у нее было вот я когда читала этот материал, у меня было ощущение полной необратимости. Вот ты читаешь, и да. Я уже в начале, когда вот я понимала, да. что она с таким трагическим, да, и финал открытый. А вот какая-то необратимость в ее судьбе, предназначенность, предначертанность, она существует. Я бы даже сказал грубее, манипулированная судьбой Энджи Ханум в различных ситуациях. И там бывают и женщины, и мужчины. И как она, сумела ли она преодолеть эти манипуляции с ее судьбой? Что значит ее грехопадение? А грехопадение того, от которого... То есть там же грехопадение не только с ней связано, и связано конечно, с ее супругом. Конечно, это в принципе, да, конечно, это... То есть мы же, читая Энджи Ханум, не думаем о ее грехопадении. Там грехопадение все как бы, и ее муж, и пастух, и другие. Это грех давить на человека, грех сделать, создать условия, в котором он становится несчастным. Я просто хочу понять, что вы хотите нам сказать. Я просто очень хорошо знаю Даура Зантари, я догадываюсь, что он имел в виду. Вот мне интересно, вы насколько поняли Даура Зантари, вы с ним не знакомы, но вы читали его произведение, да? Да, да. Там есть ирония, подтекст, там просто вот такой абхазский текст очень. Ну, этот текст тоже прекрасен. Ну, против кого спектакль? Я никогда так не делаю. А в чем интрига? Спектакль. Это какой-то, ну... В чем главная интрига этого спектакля, Мария? Главная интрига? Интрига, да. Ну, родить ребенка, разве это грех? Нет, в том-то и дело. В
том-то и дело, что это там, знаете, есть такая фраза, которая очень меня зацепила, как раз когда смерть золотого шаббата, ибо не для счастья рожден человек, а чтобы в момент смерти познать... зачем он пришел на эту землю. Ну, я недословно. А как он красиво умирал, когда все змеи выходили из него. Потрясающе, да? Змея. Это потрясающий, скажем так, ты когда читаешь, действительно ощущаешь, ну, ты представляешь смерть. Смерть. Действительно, да. Ну, скоро будем, мы увидим же этот спектакль, да? Скоро. Не будем предварительно. Мне сложно, да, я не люблю заведомо говорить, в чем интрига. Да. Ну, я вот сейчас творю, а судить Мадина, дальше. У меня такой вопрос. Я посмотрел вот как бы твою биографию, она очень интересна. Ты работала в Уфе 2 года в театре, ну, кукольный театр, это не имеет значения, кукольный театр, и почти 20 лет работаешь в Абхазском. 20 лет ровно, да. Да? Ну, значит, я правильно. Здесь. В Абхазском театре. Я хотел бы сказать, где ты себя комфортнее чувствовал, там или тут? То есть не как женщина, а вообще как режиссер. Все-таки ты оторвана от страны, от обязательств каких-то вот там на похороны не надо, туда не надо, время. Ты сама определяешь там свое время. И здесь. Вот где ты себя легче чувствовала? Ну, я вернулась домой, мне здесь хорошо. Вот я, да, вот и аспирантура у меня была в ГИТИС. Я оставила, потому что скучала по набережной. Я очень люблю совмещать работу с общением с людьми, которых люблю, а их мне там не хватало. Я часто очень черпаю, как бы, да, из... И на тот момент, вот как бы, да, было ощущение, что я здесь нужна. Потом это ощущение прошло очень быстро. Почему? Ощущение прошло, а ты осталась. А я осталась, потому что мне оно надо больше, да, вот как бы здесь. Мадина, скажи, пожалуйста, вот сейчас я хочу выступить не в защиту, так скажем, режиссеров мужчин, а вообще как бы какую-то интересную логику поискать. У меня вот, я, по-моему, Мария говорила, есть такое любимое занятие, когда мне я посмотрела спектакль, понравился режиссер, режиссерская работа, да, как зрителю. Я всегда заглядываю в биографию. И у меня это было с Бутусовым. Он мне очень нравится, так же, как и вам. И всех у них, у Бутусова, у Козлова, и, кстати, здесь, который ставил Галамазов, у Калягина, у всех у них первая профессия. Вот у Бутусова это кораблестроитель. Григорий Михайлович. Не, у Козлова. У Козлова, да, и у Бутусова, да, тоже. Да, да, кстати, да. А у Галамазова это физико-технический институт. То есть у них у всех очень реальные, такие с техническим уклоном, какие-то первые профессии. Да? Угу. И потом уже они приходят к этому. Может быть, в этом это помогает их в творчестве выстраивать какую-то логику? Как вы логика считаете? Это вообще как бы, ну, да, да, это высшая математика. Но речь идет о том, что если бы ты, допустим, была бы трактористом, а потом пошла в театр, было бы... Нет, вопрос не в трактористе, а в том, что вот эти технические, да, вот такие достаточно точно, они, может быть, вот ты говоришь, что есть какая-то высшая математика в этом, да, логика, построение. Это же спектакль, я как понимаю, это же конструкция целая, которая строится. Да, это же математический расчет. Счет, все, всех, все верно. Все верно. Если это брать им помогает? Ну, там строение мозга другое, как бы, да, вот, и взгляд на вещи. Если женщина, она, вот мы как-то говорили вот с водителями, да, он мне объяснял, понимаешь, вот я водитель. Угу. Я вижу только вот так. Я вижу ту цель, которая мне нужна. А вы видите полнометражно, да? И у вас все главное. Да, а я вижу цели, поэтому я делаю там как бы вот, ну, меньше там ошибок везде, может быть, хотя как бы по статистике по-другому это, да. Но у мужчин вот как бы, как мне водитель авто объяснял, что у них, значит, вот они видят вот так прямо, и не то, что они что-то по пути к этому прямому, как бы, да, к прямой цели что-то упускают. Нет, они видят вот конечную цель, и вокруг этого они расстилают себе эту дорожку. А у женщин немножечко по-другому, да, нас больше интересуют оттенки. Ну, я, по крайней мере, так, да, себя ощущаю, себя так чувствую. И
ну, достаточно недавно я как бы, да, себя начинаю вообще понимать. Еще долгий еще, конечно, путь. Но я, если раньше стеснялась каких-то вещей, романтичных каких-то на сцене, и когда я изменяла себе, и получалась, извините, пошлость. А когда я поняла, что, слушай, надо любить в себе вот это, да, и такое ощущение, что как бы все это начало обретать и какую-то логику, и какие-то формы более другие. То есть доверять себе надо, да? Больше. Себя надо любить. Любить надо все. Мадина, а такой вопрос. Вот ты 20 лет работаешь в театре. Приблизительно сколько было вот постановок как режиссер? Я знаю, что ты как актриса во многих участвовала. Меня интересует. Ну, более 20, же. Да. Вот, там что сегодня спектакли. Можно увидеть в Абхазском театре с 20 твоих спектаклей? Они репертуарные? Они вошли? Вот какие? Да. Ну, что? Сейчас вообще закрыто. Да, и 3 года... Ну, смотрите. В вашем театре 3 года моя пандемия, работа в театре, да? Моя работа в театре, она, как бы, знаете, как у нас в Абхазии, до войны и после, как бы, да, войны. А моя работа в театре – это до капитального ремонта и после. Так. То есть те спектакли, что я делала до ремонта... Это какой год, чтобы люди знали? Это с... До 13-го. С 9 по 14. Ага, да. С 9 по 14, да. Да. А я в театре с 2001 по, да. Как бы, да, вот, да. Но все эти спектакли, они ушли, как бы, да, их нет ни одного. После ремонта я сделала 11 спектаклей. Где они? Ну, из них последние 3 года шел только один спектакль, вот «Дом Бернарды Альбы». А остальные? Ну, остальные как-то так, я с бывшим руководством, да, вот немножечко не то есть... Да, их, ну, на сегодняшний день можно сказать, что их нет, но они, в принципе, их можно восстановить, как бы, да. То есть, правильно ли я понял, что за 20 лет поставлено огромное количество спектаклей, примеры, 1-2 показа, потом они запираются в сундук или исчезают. Например, вот в Русском театре другая практика, вот с тех пор, как Ираклий Хинба стал работать, я не помню, чтобы хотя бы одна вещь сделана здесь, одна работа куда-то ушла в сундук. Даже если она не очень успешна, они ее просто дорабатывают, доделают, делают совершение. У них уже около 20 спектаклей в репертуаре. Тут можно каждый месяц, месяц раз 10 ходить, на разные попадать. Есть у нас в театре так, чтобы я мог прийти на твои спектакли посмотреть, кроме Бернарда Альба? Сегодня нет. Мне много лет. Я всегда плачу налоги. И, извините меня, и русский, и абхазский театр, это при том, что там билеты, это все коммерческая сторона, меня сейчас не волнует. Это мои налоги. Ну, я это вопрос требовать, просто, я понимаю, требовать. Извините, но он не ко мне. Как бы, а да? Кому? Потому что я очередной режиссер, это обычно, это солдат. Мадина, я просто хочу сказать, что в истории, в остаточном, да, вот, формате, нюансы никогда не будут. А вот в остаточном там как бы будет, что вот было поставлено 20 спектаклей за 20 лет, и ни один из них, кроме Альбы, не стал репертуарным. Я бы хотела, чтобы мы завершили да. На какой-то все-таки позитивное. Ну, хотя все что, было позитивно. У вас впереди премьера. Сейчас театры закрыты, но я знаю, что продолжается внутренняя работа. Искренне желаю вам, чтобы эти сложные, интересные истории, они стали репертуарными, чтобы их увидел зритель не один раз, а действительно можно было каждый раз смотреть, да. Ходить, как меняется спектакль, как он живет, как он развивается. Мария, я вам отдельно желаю, чтобы ваш такой роман с Абхазией, он был пожизненным. Потому что, мне кажется, вам, у вас тоже совпало то, что и Ираклий Ревазович, и ваш такой порыв работать, да? У вас какое-то очень, мне кажется, да. Удачное, долгосрочное. Ну, вы такое. Знаете, это в завершение, наверное, в позитивное завершение этой темы. Я хочу, да, высказать в очередной раз большую благодарность. Потому что в России в плане гендерности, как ни странно, мне было тяжелее. А, ну, там, я как-то все время шла под удары и делала, кроме репетиций, еще какие-то, в общем, психологические кульбиты, чтобы что-то состоялось или как-то... Интересно. Приходилось так всегда. Ну, это хорошая школа, но было трудно. И опять же, да, какие-то вещи менялись мои творческие, ну, руководством. И это тоже такой болезненный опыт, но полезный в
плане работы с эго. Ну а здесь я, конечно, это благодаря Русдраму и непосредственно Ираклию Ревазовичу, я оказалась в очень таких, ну, я не скажу, это не тепличные другие условия, но в данном случае свободно. Я могу заниматься творчеством, и я понимаю, что он как руководитель, как мужчина-руководитель, какие-то как раз вот эти кульбиты или связанные с, ну, там, с какими-то сложностями производства, все это он берет на себя. И, а вот в творческий это... процесс не вмешивается? А в творческий нет, исключительно, если только с его умом Понятно. И вкусом что-то подсказать, к чему я с радостью прислушиваюсь. Ну, да, я тоже очень рад сегодня с вами был пообщаться, потому что на самом деле вот тоже интересно, мы говорили, вот две женщины, две судьбы, два театра, абхазский, русский, русско-абхазский, mm-hmm. режиссеры. И я с нетерпением жду, кстати, Мадина, твою постановку о судьбе Сарии Лакоба. И сколько лет в Абхазии говорилось о том, что необходимо как-то сделать так, чтобы люди, многие люди, молодое поколение не знает о судьбе этой женщины. И великолепно, что будет какой-то спектакль об этой судьбе. Я знаю, что это очень сложно, даже боюсь спрашивать, как, хотя я читал пьесу, я знаю, что вот ты его меняешь, переделываешь. И я надеюсь, пандемический кризис как-то завершится, и театры будут разблокированы почему-то. Почему-то не гендерное здесь. Да, почему-то в нашей стране только театры закрыли, а все остальное открыто, и люди ходят, кушают, танцуют, митинги, баскетболы, это. Но я думаю, что все-таки месяц, два, три как-то туман пандемический рассеется, и мы будем очень рады быть на ваших премьерах. И я представляю, наверное, вам тяжело вот переживать вот это все. Это же все через... Ну, это же счастье работать, ставить, да. делать. Тяжело. Да. Да, когда есть условия для этого, конечно. Успехов вам. Ждем Благодарим. Премьеру. Спасибо. Да. Спасибо. У меня было такое ощущение, что очень много вопросов остались за обсуждением. И, возможно, в другой обстановке мы бы более детально как бы рассудили вопросы, связанные с их профессией, там, достаточно сложные, когда женщина себя реализовать. Но, возможно, надо будет еще раз вернуться к этой теме, но не обязательно это связано режиссер театра, но вообще о том, как женщины умудряются и насколько им сложно добиваться каких-то успехов в сфере, в культурной сфере. Это и художники, и писатели, и литература, и телевидение. Но это уже тема следующая. А вы знаете, Батал Самсонович, мне показалось, что мы сегодня специально сутрировали эту проблему для того, чтобы поговорить о ней. И наши гости, они самодостаточные, да. сильные, умные женщины, которые, понимая разные вот аспекты, и гендерные, и жизненные, они как-то, мне кажется, очень правильно, спокойно и ровно идут по своей жизни, по творческой, по своей творческой профессии. Но, несомненно, какая-то горечь у них есть. Вполне возможно, что мы сегодня, как вы говорите, не смогли это раскрыть и об этом поговорить. Но я почувствовала, что что-то остается все равно за кадром.